Всем привет! Посмотрите, какой домик сделал, вернее, домик, господи, паровозик сделал у меня Кирюша. Невероятной красоты. Я пришла домой с работы, а тут меня ждет вот такое. Честно говоря, мы хотели этот паровозик сделать не на видео, но она, видимо, не сдержалась, потому что она дома сидит одна. И она сама вот такой вот шикарный паровоз сделала. Причем замесила полностью сама вот этот вот, как она, мастику эту специальную. Вот такой вот классный паровозище у нее получился пряничный. Теперь мы его будем кушать. Сейчас я покажу, из чего она его делала. Такой набор подарил ей, вернее, я подарила ей на праздник Святого Николая пряничный паровозик. И она его делала. В прошлом году мы делали домик. Вот такой вот домик. В этом году паровозик она сделала сама. Полностью сама замешала все ингредиенты и сама вот его слепила. Да, прянички уже были готовы, но полностью она сама все сделала. Моя умничка, просто замечательный и классный паровоз. Мой ангелочек, ну скажите, что разве плохой? Красота. Иду сейчас я встречаться с подругой школьной. Когда у нас была встреча выпускников, она мне давала фотоаппарат свой, чтобы я фотки перекинула себе. И вот уже прошло как-никак почти полгода. Этот фотоаппарат надо отдать. Вот я все-таки решилась на этот подвиг. Иду, в общем, с ней навстречу. Дороги желают быть лучшими. Смотрите, что вообще никто ничего не убирает, мне кажется. А тут разве можно по таким дорогам ходить? Не для людей это все сделано. Уж точно. Должна была идти с Кирюшкой, но мы с ней успели поругаться за это время. Потому что я хотела, чтобы она оделась тепло, она отказывалась. В общем, пришел папа и забрал ее с собой на работу. Она сказала, что она со мной ехать не хочет. Ну, так получилось. Я вообще думаю, что мой ребенок категорически отказывается со мной куда-то ходить, ездить. Только по той простой причине, что я очень нервная, много от нее требую. Не знаю, может быть, это и правда. Вот, в итоге я иду. И, как оказалось, я вышла, у меня только карточка. Наличных денег вообще нету. Поэтому я топаю пешком. Хорошо, что недалеко топать. Да, еще сегодня я себе сделала маникюрчик. Уже вроде бы как новогодний. Вот такой вот я себе сделала маникюрчик. Здесь у меня есть снежинки. Такой прикольненький. У меня будет просто наряд белый, вернее, серебристый с черным. И я себе решила сделать белый маникюр. Почему-то на зиму мне белый маникюр очень-очень нравится. Ну, я все продолжаю покорять просторы украинских дорог. Шикарные просторы и шикарные дороги. Все, я уже отдала фотоаппарат. Наконец-то я избавилась от чужой вещи, потому что она дома у меня лежала, я очень долго и нудно переживала за счет того, что эта вещь лежит у меня и она нужна кому-то другому. Поэтому фотики отдала и купила прикольные сережечки. Вот такие совушки я купила для Кирюшки. Скажите, миленькие. И вот такие вот купила для себя. Иду домой с подарками мириться. Фух, наконец-то мы пришли домой. Боже, на улице такой кошмар. Началось потепление. Теперь вот это все в лужах, в грязи. В общем, невероятно. Сейчас я буду что-то Кирюшке давать. Смотри, что я тебе купила. Вау! Мам, спасибо! Пожалуйста, тебе. Ой, обнимушечки. А это тебе, смотри, вот так тебе. Это мне вот так. Да. А это мне папа подарил. А это Кирюшке папа подарил вот такую вот интересную книжку. Она перестановит. Смотрите, гимнастика для мозга. Всем плюсом. Это надо... Тут, если... Подожди, мам. Кто хочет, прочитайте. Значит, вот такая вот, да. И как здесь надо? Расскажи.
Открываются сразу две странички. Подожди, мам. Тут читается, читается, но мы это пропустим. Давай, пропустим. Из двух рук будем, хорошо? И потом, значит, здесь идет... Вот. Малюем левой рукой, малюем правой рукой. Да, я по-русски скажу. Рисуем левой рукой, рисуем правой рукой. И надо обвести, переворачивать. Да, вот это левая. Здесь точно так же, да. Мы делаем палочки, рисуем левой, правой рукой. Потом переворачиваем. И здесь написано, найди числа от 1 до 40. И начинаешь искать. И тут записываешь время. За какое время ты успел. Да, тут тоже надо. Сделать. Тут левой рукой кружочек, а тут правой рукой. Да, тут все это надо делать. Я вот это делала. И вот это тоже делала. И здесь очень интересно. Назови цвет, каким написано слово. Вот если это быстро сделать, смотрите. Синий, желтый, красный. Синий, красный, желтый. Молодец. А что там дальше идет? А дальше надо найти тут букву. Это дальше что? Дальше надо найти слова. Это вот что за буква? Вот букв. Это... Бык. Да, правильно. И тут это... надо это написать. А тут вин. Да, это. А тут... Только не... сюда не смотри. Ваш. Да. Вуж. Да. Газ. Да. Сто. Сто, точно. Ухо. Не, это украинское. А, боже мой, что же за слово? Это... Уха. Да, суп такой. Да, дальше. Что это? Дах. Дах, да. Ну, это дым. Легкотня. Да, это тоже легкотня. Дым. Да. А тут два. Подожди, вот так. Идем. Это чуть-чуть неправильно. Раз, два, да. Три, четыре, пять, да. Шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Да, написала. А надо два. А что дальше? Не, я тут нашла дав. Дав, 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 дав. А дав? Ну, мне сдается, тут будет да. А далее? Дуб. Да. Жив. Жив? Да. Жук. Да. Прикольно. И это за час. А это уже второй день. А, смотрите, да, тут написано день. Второй. И точно так же начинается, мы рисуем правой, рисуем левой вот. Рукой. Дальше идут снова палочки. Вот. Найди а мне числа. Интересно, что это? Подожди. Найди числа от 1 до 40. Тренирую. Ну, точно так же. И тут. Тут и... уже по-другому немножко. В общем, и каждый раз здесь... И вот найти. Все сложнее и сложнее вот задания. Я так поняла, да, Кирюх? Да. Сова! Сова. Где же там эта сова? Совушка, сова. Кирюх, ух ты, какая совушка прикольная. Померяем? Померяем. Давай, померяем. Только я боюсь. Это больно. Чего это больно? У тебя же там уже дырочки есть. Давай, я померяю, и ты померяешь. Ола-ла, 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 ола-ла. Замри на секундочку. Ола-ла, ола-ла, ола-ла. Классик. Ола-ла. Супер, красивые такие. О-ла-ла, о-ла-ла. Сейчас я покажу, что у меня. А у меня вот такое вот получилось, вот такая вот красотища. Ну что, я думаю, что еще какая-нибудь вкладочка такая прикольная будет. И будет очень даже и ничего.